Приветище! Мы продолжаем прохождение FNAF, этой увлекательной и ужасной игры. Медведь, который смотрит на ребенка, ребенок, который смотрит в камеру, и у него пластырь на лице. Мне некоторые проспойлерили, почему у него пластырь на лице. Ну, я, естественно, не буду говорить, может быть, ты не знаешь концовку. Вот. Короче, все, выходим отсюда с камеры, хватит на себя любоваться, залезаем. Помимо этого, в комментариях написали, что я дофига чего в детсаду забыл. Там коробочки подобрать, еще что-то, батарейку, фонарики подзарядить. Я это все собрал, просто я вырезал это в видео, потому что ролик получался очень длинным. Подтверждение моих слов, вот тебе, пожалуйста, залазим в инвентарь, разное. Вот, я все там собрал. Все, абсолютно, вот там, так, это было, это... А, вот футболку я нашел в туалете, по-моему. Вот это у меня была, вот эту я нашел. Короче, не переживай. Если что, я еще раз туда схожу и посмотрю. Продолжаем. У нас, значит, такое задание. Задание какое? Погрузочная площадка и призовой уголок. В призовом уголке нужно найти комнату охраны в призовом уголке на третьем этаже, а в погрузочной площадке найти погрузочную площадку под кафе на этаже 1. Где мы сейчас с тобой находимся? Давай посмотрим карту. Мы на этаже 03. Собственно, нам нужно попасть на первый этаж и на третий этаж, на котором мы и находимся, да? Мы же на третьем этаже. Да, мы на третьем этаже. По заданию нам нужно на третьем этаже найти комнату охраны в призовом уголке. Призовой уголок, где он у нас? Где может быть призовой уголок? Я сейчас забрался на второй этаж третьего этажа, если так можно сказать. Значит, вот комната охраны, но это... Не-не-не, это пульт управления. Пульт управления светом и музыкой. Это точно не комната охраны. Требуется предмет... Какой-то предмет, но... Стой, подожди. Чтобы, видимо, компы включить, нужен какой-то предмет. У меня его нет. А, насчет Луны и Солнца, которого мы видели в прошлой серии, мне сказали, что это два абсолютно разных аниматроника. Хотя я видел, что у них лица как бы, ну, похожи, и вроде как они... Он может эти лица менять, он как бы как трансформер, трансформирует их. Но об этом позже, мы позже выясним. Комната охраны, где она может быть? О, это что такое? Какой-то магазинчик, что ли? Я здесь что-то могу покупать, видимо. Киоск батареек. Может, фонарик апгрейджить. Ну, здесь точно нету комнаты охраны. Может быть, ролет откроется? Там закрыто. Поставлены вот такие щитки металлические. Типа, туда не пройти, туда нельзя. Хотя там охранник, смотри, стоит. Негодник. Он там охраняет какую-то дверку. Можно я туда как-то пройду? Ладно, давай развернемся и подойдем вот сюда. О, смотри-ка. Должен предупредить. Я не смогу добраться до тебя, если в том месте отсутствует сигнал радиолокации. Ты можешь обновить свою мини-карту в комнате охраны. Береги себя. Оставляем Фредди здесь. Давай, Фредди. Прощай. Я за тобой вернусь. Жалко, ты не можешь. Блин, охранник. Все, я, короче, пошел. А то меня сейчас охранник застукает. Во, призовая комната. Уборщик. Мойщик, хотел сказать. Сохранимся, наконец-то, сохранялочек. Что же мы здесь найдем? Ты голоден? Рокси спрашивает меня. Да нет, вроде не голоден. Хотя, я уже давненько ничего не ел. Это огромный пиньят или просто бобер? Здоровенный бобер. Ну да, это точно бобер, у него хвост такой, как лопата. Лопата... Мойщик же нас не застукает. Я сейчас хочу пройти вот здесь вот. О, смотри, как они кружки складывают. А, это не кружки, это разливная тара. Черт, меня впалили. О, привет, Рокси, привет, 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 привет. Ты молодец, ты обязательно найдешь его первой. Это Рокси сама себе, видимо, говорила. Ладно, повторим попытку, благо мы сохранились тут недалеко. Спасибо, Миша, за воскрешение, я очень тебе благодарен. Миша всегда приходит на помощь. Окей, обходим аккуратненько этого мойщика. Я бы его фонариком задубасил. Палит меня и палит. И теперь идем сюда. Тут точно ничего нету. Идем сюда. Рокси где-то тут бродила вообще. А как она, интересно, перебежала? А, ролета высоко поднимается, поэтому она тут забежала. Окей. Из чего у меня фонарик есть? Я всех... Отлично, Григорий. Ты добрался до восточного зала игровых автоматов. Ты можешь попасть в призовой уголок через комнату охраны. Найди дверь... Я лучше, я, кричит Рокси, твою ж налево, сколько вас здесь, а, не пугайте меня. Я просто ребенок, она сзади, ух, промахнулась. Так, обратно к ролетам надо бежать, к ролетам, крыльта, нет, вот здесь вот есть это, как это, коляска. Ух, твою мышкину подмышку.
Очково. Так, где-то я... Вон она, Рокси бродит, а я где-то здесь, неподалеку. Наверное, нет, я здесь не сижу. А где я сижу? Давай с другой стороны посмотрим. Я где-то... Вот, вот они, коляски, я в одной из них сижу. Давай приблизимся. Видишь меня там, нет? Да, вон трясусь, вон там сижу. Вон, смотри. Там моя голова, а тело внизу. Ты видишь по камере? Вон рука с часами торчит. Ой, да, я балдею с этой игры. Получается, мое тело где-то внизу. Так, надо отсюда аккуратненько вылезти. Я даже не знаю, что делать. А что мы здесь вообще ищем? Мы где находимся? Это третий этаж. Мы проникли вот сюда. Сейчас пойдем сюда, вот туда, вот туда. Ну, наверное. Ладно, все. Давай выбираться. Выходим. Тихонечко прошмыгиваем тут. Проскользкиваем, как скользкий уж. Проскользкиваем. Такое есть слово, нет? Проскальзываем. Такое есть. О, одежка, одежка. Можно переодеться? Я бы переоделся, если честно. Тваш П! Чертовы. Он же меня не запалил, Рокси? Рокси, ты не должна меня запалить. Продолжаем искать. Он не может далеко убежать. Кажется, вышло слиться с коляской. Но я слышу, что она где-то тут бродит, это Рокси. Многим Рокси не нравится. Не знаю почему, вроде неплохая такая волчица. Или это лисица. Так, кто там что нюхает рядом со мной? Перестаньте это делать, меня аж бесит. Так, это в другой комнате. Где я? Я где-то вот здесь должен быть, в углу. Вон она, Рокси, я ее вижу. Да, мы сделали так. Черт! Закрыто. Пройди, она не открывается. Черт, западня. Западня. И выносливость кончилась. Можно сюда залезть каким-то макаром? Новое задание. Сейчас я спрячусь куда-нибудь. Я почитаю. О, фотобудка. Отлично. Залазим в фотобудку. Так, давай почитаем, что там нам Фредди-то наболтал. Найти дверь в комнату охраны. Понятно. Как нам туда попасть? Он там что-то говорил, как попасть, но я был занят Рокси. Меня бесит, когда какие-то чужие комментарии перебивают комментарии сюжетные. И ты не можешь уловить мысль, что нужно делать. Окей, в автоматы, говорят, можно как-то играть. Но я не вижу даже кнопки Е. За выигрыш в автомате можно получить какой-то приз. Дайте мне приз, или я буду фонариком просто вот так вот. Ну не играется что-то здесь. По всем автоматам я ходить не буду. Видимо, когда в автомат можно будет поиграть, он будет как-то особенно светиться, вот как, например, вот этот вот, да? Ну-ка. Нет. Хотя он интересно так светится. Окей. Ищем другой вход в комнату охраны. О, пинбол! Прикольная игруха. Я в детстве обожал в нее играть на компе, в этот пинбол. Там охранник ходит. О, сумочка. Сейчас почитаем. Говорят, сумки надо собирать, там много всякого интересного сюжетного. Можно узнать, в том числе и о ребенке, за которого мы играем. Так. Сообщение. Новая смена. Заключительная беседа. Конечно же, я оказалась заперта в зале игровых автоматов. Каждый раз, когда я выхожу из комнаты охраны, то застреваю в каком-нибудь из аттракционов. То уровня допуска не хватает, то нужен этот дурацкий билет на вечеринку. Я сотрудница службы безопасности. Разве у меня не должно быть полного доступа ко всем частям здания? Ха, раскатал губу эта охранница. Это неинтересно, не Ванесса ли? Не та ли охранница писала это сообщение? Ой. Она, видимо, сбоку была. Вокруг, бегу. Так. Где ты? Сдавайся. Тебе не победить. А я тебя вижу, она вон там вот ходит. Вон она. Хо-хо-хо-хо, обдурил Рокси. Так, хорош. Рокси. Кокси. Черт, я вылез. Лучше как? Два раза нажал. Два раза нажал на Е. Ну что, давай еще разок попытаемся, раз нам дали второй шанс. Фредди, он не открывается. Какая досада. Пойди мимо стены звезд игровых автоматов в дальнюю часть зала. Там в самом конце будет подъемная дверь, которая ведет в призовой уголок. О, все понятно. Значит, звезды в конец. Ой. А Рокси что куда-то побежал? Она меня впалила?
Бежим, 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 бежим вдоль звезд. Я думаю, что я правильно бегу, а может и неправильно. Сейчас мы это узнаем. Все, у нас лес кончилось. Я поворачиваю за угол. Фотобудка, фотобудка, фотобудка. Успел? Так, поворачиваемся спиной. Включаем камеру. Я где-то здесь, под камерой нахожусь. Нет, не видно. Но надеюсь, что Рокси свалила. Рокси, ты же свалила? Но я слышу там какие-то подозрительные шумы. Давай вот отсюда посмотрим. Черт, это я как-то далеко вообще. Камеру воткнул. А, вон фотобудка, но это не та, не в той я сижу. А если здесь посмотреть? Отсюда видно? Вот, я в какой-то из этих фотобудок сижу. Наверное. Все это не точно. Так, окей, я... Ах ты ж, блин! Да ну нафиг, она стояла и караулила меня второй раз. Это жесть. Окей, попыточка номер 3. Вон там, смотри, Фредди нарисован. Стрелочка и Фредди. Только сейчас обратил на это внимание. Подъемная дверь, может быть, это она? Блин, тут фигово туча мойщиков и охранников. Туда попробуй попади. Подъемная дверь, блин. А, подъемная дверь, это, наверное, Ролетта. Черт, спалился. Она прям за мной бежит. Капец, я чувствую, как она бежит. А я прячусь сюда, она не должна меня найти. Прячься сколько хочешь, трусишка. Давай, сваливай отсюда. Прислушиваемся к шагам. Вроде как она уходит. Направо причем. Давай еще раз попробуем по камерам. Вот она ушла. Все. Четко. Я вот здесь сижу. Вот она прямо напротив меня сидит. Вот они, будки слева. Да она принюхивается, она нюхает. Гляди-ка. Знаешь, на кого похож? На персонажа из «Ну, погоди». Из мультика. Че, ты долго будешь принюхиваться, а? Меня там нету. Гляди-ка, какая умная-то. Я это слышала. Давай, иди отсюда. Надо с другой стороны посмотреть. Так, она уходит. Ух, кажется, пронесло в этот раз. Все, я думаю, что можно выходить. Вон она ушла, охранник идет. Черт, куда это я залез? В игровой автомат какой-то попал. Вот они, подъемные двери-то. Вот про что говорил. Снова закрыто? Зачем пиццерии столько средств безопасности? Это необходимые средства безопасности из-за недавних проблем. Найди другой путь внутрь. Ох уж этот Фредди. Найти другой... Ну, по-любому, та дверь, где стрелка с рожей Фредди была. Блин, вон она, Рокси. Тут охранник. Черт возьми. О, смотри. Сюда прыгаем, скорее. Ты что? Давай! Да какого ты не мог туда пролезть? Ты что, такой жирный, что ли? У тебя рожа огромная, квадратная. Почему я не мог залезть в вентиляцию? Или что там такое? Я понять не могу. Кажется, я начинаю понимать, почему все ненавидят Рокси. После стольких неудач, мне кажется, меня еще Чика столько раз не ловила, как Рокси. За сегодняшний выпуск. Чика, по сравнению с Рокси, вообще чекулечка. Миленькая чекулечка. Окей, ну я сейчас уже сообразил, куда бежать. Прям прямиком туда сейчас побегу. Но мне еще интересно, та вентиляционная шахта, куда я не смог попасть. Не знаю, из-за каких неведомых сил я туда не попал. Но вот что-то... А подожди, а вот эта Ролетта? Здесь закрыто. Восстанавливаем силы и бежим дальше. На выносливости. Оп. Так. Давай по сюжету все-таки пробежимся здесь. Отдыхаем немножечко. Отдыхаем. Бежим. Вон она та дверь. Но мне нужно сумку забрать. Надо срочно сумку подобрать. Рокси-то там бегает. Ладно. Тогда бежим в ту дверь. Опа. Мимо охранников пробежал. Чика туда, Фредди сюда. Это, видимо, мальчики-девочки или как? Включим фонарик. Это туалет, это просто туалет. Я-то думал, тут что-то необычное будет. Давай сейчас. Черт. Да все, я спрятался. Она сюда прибежала. Твою ж налево. Она должна отсюда свалить. Она не должна меня заплеть. Это же сработает? Камеры. Где этот туалет? Камера, покажи на туалет. Не видно, может, с другой стороны? Вот камера на туалет, по-моему. Надо развернуться.
Никак. Пофиг. Мощик ушел отсюда? Вон он, мощик. А эти двери... А, вон оно что. Ну, хорошо. Значит, нам по-любому... Подожди. Как? Как? Кто меня впалил? Кто меня впалил? Да отстань от меня! Отстань, говорю. Ух, промахнулась. Так, 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 дверь вот сюда. Ё-моё, ё-моё. Я неуловимый Гриша. Меня не поймает эта волчица. Так, дальше. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Нужно забрать сумку и искать новые проходики. И пойдем посмотрим на ту вент-шахту. Или это даже не вент-шахта, а... Может там что-то... Вот она. Давай. Ну вот почему ты тогда не смог это сделать? Присесть и пробежать. Я вот серьезно не понимаю, что такое. А ты кто? Носярый? Прикольная игрушка. Она намного безобиднее, чем вот эти Рокси, Чика, крокодайлы. Давай скорее за ней, она прикольная такая. Это мой друг, что ли? Мне кажется, что вот эти вот всякие уродливые игрушки, они... Мои друзья. Ну, я уяснил для себя урок, что уродливые игрушки, они нифига не хорошие. Ладненько, давай попытаемся еще разок. Мне только непонятно было, почему он вроде меня как вел туда, ну, по этой шахте, а потом такой развернулся и хлыбыч меня поймал. Я опешил немножечко от этого всего. Так, я прохожу. Идем. Мне интересно, откуда эта музыка играет. Потому что там сверху. Эй, вылази, покемон. Все, он сейчас выбегает. И мне бежать надо, да? Или просто не стоять на его месте? Бежим. О, да, он сзади нас, за нами бежит. Мне, короче, в прошлый раз просто повезло, что он бежал вперед. У нас лес кончилось. Все, мне сейчас будет хана, да? Он меня сейчас поймает. Я вылез. И он убежал. Фух. Пронесло. Взять пропуск охраны в комнате охраны. Ну, как бы логично. О, еще сумочка. Давай почитаем, что тут написано. Сообщение. Журнал ОБСЛ CFF. Журнал обслуживания. Безумный пир Чики в пекарне не выключается. Игровой автомат продолжает работать, даже если вытащить вилку из розетки. Чертовщина какая-то. В нем не могло остаться столько остаточного заряда. Так. Автомат безумный пир Чики. Надо запомнить. В него можно поиграть. Может быть, это он? Нет, это не он. Я думал, а раз автомат сломался, его сюда притащили. И логично, что на автомате должна быть нарисована Чика. Это не то. Так, автомат Чики. Ты здесь есть вообще? Ух ты, нифига себе. Вот это да. Так, ладно, мы сейчас зайдем в эту дверь. Ну и охрана тут, конечно. Это выход, пока мы не выходим. Я сейчас тут внимательно все смотрю, может на столе что валяется. Вроде как нет. Окей, пойдем зайдем в ту комнату. Комната в комнате, как это странно. И вот еще один пропуск. И сейчас что-то начнется, как это обычно бывает. Фотка Рокси. Тут явно охранник фанат Рокси сидел. Он прям моднее... О! Сохранение. Охранник явно балдел от Рокси. Миша, я тебя обожаю, когда ты появляешься в нужный момент. А вот когда я ресуюсь возле тебя, это меня, конечно, не очень впечатляет, но все равно спасибо тебе за это. Окей. Значит, здесь я смогу двери открыть. Пока что не могу. Нужно взять пропуск. Сейчас по-любому на экране какой-нибудь кринж вылезет. Забираем пропуск. Активирована аварийная блокировка. Эта область скрыта для посетителей. Ага. Не-не-не-не-не, Фредди! Я не знаю, что случилось. Я всего лишь взял пропуск. Сохраняй спокойствие. Эта комната сейчас заблокирована. Я могу отключить сигнализацию, но это займет некоторое время. Черт подери. Ты поти... Где ты есть, Рокси? Монти, Рокси, все... Меня никто не поймал. Как это произошло вообще? Прикинь. Но ты видел все своими глазами. Глюк на глюки. Мне еще интересно, почему карточки, ну, пропуска, вот в таких вот шкатулках игровых. О, фонарик можно было подзарядить. Но у меня он, по-моему, заряжен. Так, значит, выйти мы отсюда не можем, да? Ладно, короче, есть идея. Давай спрячемся за коробкой. Выжить до того момента, пока Фредди не отключит сигнализацию. Все, я спрятался. Я сижу за коробкой.
Выключаем фонарик. Здесь камеры есть? Нет, камер здесь нету, походу. Странно, что их нету внутри вот здесь. Опа, она зашла. Вот она зашла. Так. Мы пока сидим там за коробкой. Мне кажется, это самый оптимальный вариант. Они вроде не двигаются. Если я посмотрю с другой стороны. Это же комната охраны с другой стороны? Нет. А, ну да, в принципе, да. Вот они ходят. Поехали, говорит крокодайл. В принципе, я их где-то даже... Вон он меня... Сдавайся. Ты пошел ко мне? А я не смог вылезти из коробки. Блин, ну я даже не знаю, куда прятаться. Может быть, сюда? Под стол? Нет, не могу, слишком длинный. Залезть сюда тоже не могу. Ладно, давай вот здесь вот посидим. Просто вот тут посидим. Тихонечко, чтобы меня с той стороны не так сильно видно было, и с правой стороны. Так, вот так сидим. Вот так бочком, наверное. Может быть, вообще вот так вот к стенке отвернуться. И давай палить камеры. В надежде на то, что сейчас к нам не пойдут. Так, крокодил там. Вот они вдвоем здесь сидят. Он сейчас может развернуться. Это будет не круто. Так, если он сейчас повернется, то будет очень не круто. Он смотрит на нас. Ну давай чеши отсюда. Поехали, говорит крокодайл Рокси. Не включай свой нюх. Она начинает нюхать. Черт возьми. Не нюхай. Не нюхать, тебе говорю. Неужели я удачное место выбрал для пряток? Так, смотрим с другой стороны. Крокодайл где-то должен тут идти. Крокодайл, ты где? Нет, его не видно, офигеть. Здесь что-нибудь видно? Так, Рокси вижу, вон она. А крокодайл? Я не вижу крокодайла. Куда он слился-то? Крокодайл, ты где? Крокодайл. Я найду тебя, говорит крокодайл. Черт подери. А вон моя жопа торчит, смотри. А-а-а, там я. Так, ждем, пока отключится сигналка. Вот он, крокодайл. Окей. По этим камерам лучше видно. Так, вот сейчас он может меня впалить вообще в легкую. Вон моя жопа торчит, но... Палит он меня, нет? Офигеть, кажется, я нашел отличную нычку. Сдавайся. Да обломись, Гена. Чебурашка и Гена, блин, тут ходят, ищут мелкоту. Эй, пацан, выходи. Мы всего лишь хотим тебе помочь. Да, конечно, помочь вы хотите. Так, опасная зона. Я прям на Рокси смотрю. Когда, блин, сигналку отключит? О, смотри, он вышел, он туда прям. Фредди, давай-ка шустрее. Я так долго ныкаться тут тоже не могу. Нервишки сдают. Смотри, Рокси, она сюда заходит, походу. Черт, вон моя жопа. Рокси смотрит. Я в напряжении. У меня булки прям скрипят. Прячься сколько хочешь, трусишка. Фух, она даже не запалила мою попку. Это чудесно. И с этой стороны тоже запалили меня. Фредди, ёпрасоте, как долго-то. О, я слышу пикалки какие-то. Что, сейчас сигналка отрубится? Неужели? О, да, слава богу. Готово. Видишь, все не так уж и плохо. Если путь свободен, отправляйся в призовой уголок. Фух. Ложная тревога, получено достижение. У меня сейчас тут ложное дрещание начнется от такой тревоги. Все, выходим. Слава богу. Так, прежде чем мы туда пойдем, давай сохранимся. Потому что это было немножечко потно. Давай-ка камеры посмотрим. Призовая камера, это, наверное, вот это вот, да? Приз Норд. Да, точно, это призовая комната. Значит, нам нужно попасть как-то сюда. А как мы сюда можем попасть? Вот проход какой-то есть, но двери сюда нет. Это вот так вот оббегать, что ли? Или... А, вот, смотри. Мне нужно как-то вот так вот оббежать и вот сюда попасть. Все, я понял, как туда въехать. Мы к этому ролету подходили. Так, откроем. Мы к этому ролету подходили. Но сейчас вот обратно бы через вентиляцию, и было бы вообще четко. Мы бы вылезли как раз к тому ролету, куда, который ведет к призовой комнате. Но нет. Дверь закрыта. Походу, через выход надо будет. Вот сюда. О, призовая комната, смотри-ка. Иди в дальнюю часть призового уголка. Пожарный выход где-то там. Но меня спалили, блин. Так, вроде отстали, да? Он сюда не зашел же. Давай-ка здесь все осмотрим. Замечательное солнышко, луна. Смотри, какой он тут веселый, радостный, с конфеткой.
балдежный. Вживую он выглядит, конечно, страшнее. Интересно тут... Погоди, я что-то могу взять? Удерживать, взять. А, шкатулка. Вот она где спряталась, я даже не видел. Маска Монти. А можно ее одеть? Дай-ка я попробую что-нибудь одеть. Инвентарь. Одежда. Нет, трофеи. Надеть ее, к сожалению, нельзя. Какие здоровые чики. Вот же они стрёмные. Плюшевые игрушки, а такие ужасные. Ужас. А что здесь робот делает? Видимо, показушничает. Ну, для показа его выставили здесь. О, а вот и луна. Тоже такой милый, добрый, спящий лун. Ну, видимо, в комментариях были правы, что это два разных аниматроника. Вот он как выглядит. Ну, возможно, да. Так, спокойно, экипируем. Можно за стойку как-нибудь зайти? Нет, за стойку, походу, никак. А, тихо. За стойку можно зайти, если с другой стороны вот так обойти. Но я что-то пока не хочу рисковать. Подожди, мне показалось, там какой-то... Черт! Черт возьми, вип-комната. Вот тут вот где-то она должна. Это же вип-комната? Нет, это не вип-комната. Вот здесь вот открыто, кстати. Давай-ка сюда попробуем пройти. И вот ролета. Доступ четвертый нужен. Сохраниться здесь могу. Давай это и сделаем. Сейчас сохранились. О, нифига себе. Нифига. Это что за купол? А я даже не видел здесь прохода. Я просто подбежал такой сохраниться. А тут такое. Это тайная комната? Как прикольно там внизу. А, это главный вход. Смотри-ка. Прикол. Так. Это я вот туда подбегал, а там ролеты закрылись. В самом начале доступ третий нужен. Ну и пофиг с ним. Тут ничего интересного нету, вроде нет. Так, значит, нам сюда надо. Угу. Мы обошли, получается, эти ворота. Мы были вон там, вот бегали. А теперь идем сюда. И где-то здесь вип-зона должна быть. Для самых крутых детей. Тут пончик лежит. Почему бы не сажать пончик? Я же, наверное, голодный. Ну, видимо, не настолько. Какие вы тут все крутые, а? Чего вот маленького мальчика пугаете и ищете для расчлененки? Наверное, для расчлененки. Я надеюсь, конечно, что не для этого. Здесь тоже закрыто. Погоди, спрятаться куда-то могу. О, коробка. Давай-ка достанем. Я слышал, что кто-то решетку открыл. Мороженое Фредди. Коробки. В коляску можно было спрятаться. А где же... Вип-комната-то может быть, а? Сюда точно. Ты нашел пожарный выход. К сожалению, тебе не удастся воспользоваться им без вип-статуса. Система экстренной эвакуации здесь не очень продумана. К счастью, сейчас пожаров не наблюдается. Я отправил официальную жалобу. Фредди, все двери закрыты. Я не могу выбраться отсюда. Доберись до лифта. Найди безопасный путь на своих часах фаз. Но началось. А с другой стороны Монти, наверное, да? Так, надо бочком-то. Она меня впалила, а я бегу и прячусь в коляску. Ты молодец, ты обязательно найдешь его первой. Это она про себя опять говорит, я думал про меня. Часы. Показывай мне, пожалуйста, камеру. Я, получается, где-то внизу, да, я прям вот под камерой сижу. Рокси убежала вроде. Вот она. А, это рисунок на стене. Я думал, она тут. Рокси, ты куда спрятался-то? Она нюхает что-то где-то. Я просто думаю, я сейчас только за угол поверну, и она там. Нет, она не там. Давай присядем на фиг. Она где-то рядышком, я чувствую. Она... Тихо. Давай тут в тени посидим. Подумаем, сможет ли она меня поймать или нет. Она прямо идет сюда. Тихонько. Продолжаем искать. Он не может прятаться вечно. Блин, сзади я обойду ее? Нет, не обойду. Даже рисковать не буду. Прямо рядышком. Давай, иди отсюда. Готова поспорить, у тебя нет друзей. Я не шевелился, она меня не впалила. Фух. Но про друзей ты, конечно, наверное, права. Раз я здесь один. Обошли. Чудесно. А Монти-то где? Монти.
Он сейчас как, вылезет из-под купола или на купол прыгнет? Я пупить, как тут страшно. Как ты там оказалась? Она, видимо, решетки умеет открывать. Матушки, бежим! Промахнулась. В коляску. Я хочу посмотреть камеры. Вон она, вон там. А коляска где? Коляска. Вот здесь коляска. Но она вон там. Она уперлась в дверь. Это мой шанс. Только куда бежать? Давай-ка присяду. Прям красно-красно все. Тихонько. Никто не будет скучать по тебе. А, ну то есть они реально меня хотят сожрать. Уродцы эти аниматроники. Я выбрался, но Монти где-то здесь. Мне нужно к лифту. А, подожди, а вот это не лифт? Вот это же лифт. О, да. Ой-ой-ой-ой, ты кто такой? Бат с картами. Бесплатная карта, возьмите карту. Шевелись. Есть. Попался маленький пацаненок. Как она туда влетела? Где это я? Ты только посмотри на это. Фредди, ты меня слышишь? Я в ловушке. Наверняка ты думал, что ты очень хитер, Грегори. Да, я знаю, как тебя зовут. Ты влип по полной. Ты выбрал не ту ночь, чтобы тратить мое время. Поэтому ты будешь сидеть здесь, в бюро находок, пока за тобой не придут родители или полиция. Ну вот. Ну как тебе? Тебе весело? Это Ванесса сказала? Или кто-то другой? Чё-то тут какая-то вообще дичь начинается. Фонарик давай подрядим. Да. Тут явно какая-то нечисть творится. О, подарок. Посмотрим, что там. А это что началось? Чё, у меня галюки? Галюки, подарок надо забрать. Стой, не падай в обморок, тебе нельзя. Или ты кого-то видишь? Отвертку нашел. Где-то кролик по-любому рядышком. Я просто его не вижу. Он где-то здесь. А как? А чего? А почему я его не видел, этого кролика? А, смотри. Ну как тебе? Тебе весело? Ванесса, это кролик? Серьезно? Или это просто мне так показалось? Так. Ой-ой-ой, ты погляди. Это мне кроватку такую сделали или тут детей разрывали и мучили? Так, что-то плохое начинается. Я возьму отвертку. Что начинается-то? Где-то сверху что сыпется? Чего-то какая-то... Кролик? Здесь кролик? Машкину ляжку, надо бежать. Открывай, бежим. Фух, кажется, получилось оттуда свалить. Нифига себе, хорошо, что я видел веншахту. А как? Откуда? Так, подожди. А, вот он с этой стороны теперь бежит. Но я туда не пойду. Не, нафиг. Кролика я теперь боюсь. Найдите станцию фонариков, чтобы перезарядить его. У меня, походу, батарейка садится. Я как бы станцию зарядки-то знаю где. Она где-то здесь же была. Вот она, станция подзарядки. Пока подзарядимся. Есть. Тут вроде бы больше подарков нету. И выйти я отсюда не смогу, да? Только веншахта, ага. Ладно, полезли. А, это мы внизу. На первом этаже. Ясно. Так, и чё по заданию? Добраться до атриума, прежде чем Ваня найдет вас. Ваня ее зовут. Миленько. А вон она, смотри. До атриума. А где у нас атриум-то находится вообще? Я здесь пока постою. Мне вот самое, что интересно, это... Ваня, она настоящая? Или это моя психологическая какая-то боязнь кроликов? Какие у нее красные глаза-то? Ладно, побежали наверх. Здесь пока что никого. Давай-ка попробуем спуститься ниже, что ли, на этаж. Грегори. Фредди, помоги. Крольчиха нашла меня. Если ты получишь это сообщение, приходи ко входу в гонки Рокси на этаже 2. Я принес несколько коробок, чтобы ты мог перебраться через строительные ограждения и найти меня. Что-то блокирует мой сигнал. Приходи к гонкам Рокси. Я слышу тебя.
Уже иду. А на какой этаж? Гонки Рокси на каком этаже? Они на первом этаже или на куда-нибудь повыше? Ладно, сейчас разберемся. А, смотри-ка, хоть я и нажал здесь кнопку, мы все равно наверх едем куда-то. Я думал, если ты тут нажимаешь кнопку, ты наверх едешь. Если здесь нажимаешь кнопку, то ты вниз едешь. Ну нифига. Так, мы приехали. Мы приехали туда, где были. Мне нужно найти гонки Рокси. И коробки, про которые говорил Фредди. Коробки, чтобы перебраться через ограждение. Куда бы он мог поставить эти коробки? Что, кстати, по фонарику у меня? Фонарик пока норм. Так, видимо, нам надо на... Тут закрыто? Да ладно. И там закрыто. На второй этаж не попасть. Хм, странно. Я только что туда залазил. Окей, значит, бежим. Там перекрыт. Крольчиха где-то здесь. А, вон, наверное, гонки Рокси. Вон там. Чертов охранник. Бежим, 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 бежим. Сохраниться можно. Да, Рокси, гонки здесь. Вон они внизу, мне кажется. Сейчас сохранимся и посмотрим. Пойдем. Гонки, гонки. Ну, что-то это не похоже на гонки. Видимо, надо спуститься. В этой части я еще не был. Мне кто-то явно помогает, потому что эта часть была закрыта. Ой. Может, зря я сюда сейчас иду. Какой-нибудь бугай сейчас вылетит. Ремонтные работы. Тут вообще шастать детям запрещено. Туалеты для аниматроников, да? Заряд. О! В туалет зайти нельзя. Давай-ка чекнем, что там у нас. Это происходит снова. Жалоба клиента. Зачем вы снова открылись? Все отлично помнят, что случилось с теми детьми. Хм, что же случилось с теми детьми? Они рехнулись? С ума сошли? Коробки, коробки, коробки. Ты видишь коробки? Короче, смотри, тут написано, что это Phaser Blast. Бластеры какие-то. Там написано Snack Space какой-то. Рокси Рейсивей. А как туда попасть? Вот эта дверь. А, ролет, блин. Все понятно. Окей. Охранники. Здесь что-нибудь есть? Коробки, пожалуйста, коробки. О, и подарочек. Интересно, про эти коробки Фредди говорил или нет? Шарик Рокси. Спасибо. Может быть и про эти коробки, а может быть и не про эти, говорил Фредди. Охранник. Бабушки, бабушки. Роботы конечностей. Еще один робот. Есть проход? Бежим. Я, короче, понял, что выносливость тратить просто так попусту нельзя здесь. Нужно идти тихонечко и потом, если что, бежать, сломя голову. Прям вообще беги, беги, беги. Все... Все, что есть, мочи. Что-то непонятно. Как мне... Так, подожди. Вот здесь, ведь, видимо, я пройду сейчас к гонкам. Поворот направо. Здесь заперто. Туда не попасть. А вот, собственно, и коробки. Наверное, через них мне надо перебраться. Так. О, точно, точно, точно. Получилось. Уху, задание выполнено. А вон Фредди лежит. Фредди, что случилось? Найти Фредди в фойе гонки Рокси. А что произошло-то? Кажется, его поломали. Ему знатненько так досталось. Так. Прежде чем к нему подойти... Фредди, ты в порядке? Вот ты где. Я так волновался. Я ждал и ждал тебя. Я пропустил подзарядку в этот час и пытался пробраться в отель запчастей и обслуживания. Мне кажется, что-то тут не так. Что я могу сделать? Помоги мне добраться в отдел запчастей и обслуживания. Конечно, могу. Как нам туда добраться? Он находится под главной сценой. Обычно я спускаюсь туда на лифте после каждого концерта. Это единственный известный мне способ попасть туда. Воспользуйся дверью, что находится за мной. Она приведет тебя в репетиционный зал с другой стороны здания. Найди билет за кулисы, а затем попытайся включить лифт. Удачи тебе, звезда. Перехожу в режим отдыха. Хорошо, я постараюсь. Все понятно с тобой. Ладно, пойдем сохраняться и будем на этом закругляться.
Если понравилась эта серия, ты хотел бы увидеть дальнейшее прохождение мое, то ты знаешь, что делать. Ставить пальцы вверх, то бишь лайки под этим видео, и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих роликов, на которых мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи.